Здравствуйте. Вот решил вам показать раму велосипеда Старт Шоссе. Вот этот велосипед был мне куплен в 80-м году моим отцом. Царство ему небесное. Ну, вот до сих пор я уже переехал на другое место жительства из Казахстана в Россию. И вот до сих пор у меня есть рама этого велосипеда. Она достаточно в неплохом состоянии. Ну, конечно, за 36 лет поцарапанная, на ней мой сын гонял. Когда-то я ее забыл про эту раму, а он раскопал ее в гараже, в сарае, можно сказать. Попередил, какие-то свои усовершенствования сделал. Вот. Ну и, естественно, был неопытный в велосипедном деле, мастер, так сказать. Вот. Рама эта 80-го года. Вот здесь вот возле петуха вот здесь вот. Так, сейчас попробую приблизить. Здесь год. Ну вот. Цифра 8. Цифра 0. 80-го года выпуска. Рама, еще раз говорю, в достаточно неплохом состоянии. В интернете я видел вот эти все места побитые, избитые, разогнутые. Ну вот, как видите, здесь, конечно, краски нет, но рама более-менее. Вот здесь я уже пытался чистить, вот в этом месте, щеткой такой металлической. Но остановился вовремя, я считаю. То есть, если я ее соберу, эту раму, превращу в велосипед, то я постараюсь вот эти вот все наклеечки, так, вот эти все наклейки, так сказать, аутентичные, чтобы они соответствовали. Вот видите, Старт Шоссе. Вот на других рамах у меня сейчас другой велосипед 91-го года выпуска, Старт Шоссе. Ну вот немножко не такие наклейки. Правда, вот видите, труба, которая вставляется под сидельный штырь. Вот, которая ростовку определяет рама, она немножко украшена олимпийским значком. Вот надо бы точно такой заказать. Значит, вот эти вот скобки для тросика, для того, чтобы переключение передач происходило на переднюю звездочку. А с этой стороны эта скобка, вот она скобка, для переключения передач на задней звезде. Вот на 91-го года велосипеде вот же вот этих скобок нет, а есть приваренные вот такие проушины. Вот такие вот проушинки. Вот. Вот. Ну, мне кажется, вот это вот как-то поудачнее, потому что трос изгибается аккуратно, хотя и там тоже нормально. Вот. Сейчас мне бы еще вот это место для насоса, место для тросиков, для тормозов. Вот здесь вот на моей раме они как бы внизу, на моей детской раме. А уже на Старт Шоссе 91-го года они немножко повыше. Вот, я ее специально всю разобрал. То есть у меня голая рама Старт Шоссе. Может быть, кто-нибудь раньше не видел ее. Вот, пожалуйста, посмотрите. Сейчас я ее хочу взвешить. Сколько же все-таки весит стальная рама Старт Шоссе? Вот, у меня есть вот такие вот весы, ну, для торговли. Их точность примерно точность 5 грамм. Сейчас я на них установлю раму и посмотрим, сколько же весит рама вот этого стартона. Так, смотрим. Немножко запылилось. Весы сейчас в гараже стоят. 2 килограмма 270 грамм. То есть на этой раме нет ничего. Ну, как видите, ни тросиков, ни вилки, ни гаек различных, ни болтов. Вот вес голой рамы Старт Шоссе 2 килограмма 270 грамм. Вот сюда вот еще. Вот, 2 килограмма 270 грамм. Все-таки, думаю, я ее начну собирать. Вот, подкупать запчасти, каретку,
подседельный штырь, седло. Вилка у меня есть. Кстати, вес вилки стартоновской 80-го года выпуска. Вот она вилка, вот с такой вот гайкой вместе. Сама вилка достаточно тоже в хорошем состоянии. Весит она 840 грамм. Вот такая вилка. Вот. Вот еще раз покажу ее состояние. Вот еще раз повторюсь. Вес рамы 2 килограмма 240 грамм. Вес вилки от Старшоссе 840 грамм. Итого вместе 3 килограмма 310 грамм.